Всем привет, вас приветствует игровой канал SandGamer, меня зовут Пашок, и мы продолжаем проходить GTA San Andreas Test Drive. Hey, Carl! There's two cars on the list, is it? And they're in the showroom across town, let's go get them! Always admired your direct approach, hombre! Okay, let's go get those wheels. Так, ну что, погнали в автосалон. Так, поедем. Что у меня здесь в гараже? Ну, поехали на байк. My home will always be the Barrios and El Corona, but this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She should get out together and make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a different perspective, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. But some of the things he say, I don't know, man. It ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that one. Так, ну что, вот они поговорили, я почти доехал до автосалона. Так, все, вот он, чекпоинт. То есть классная миссия. This is the place. They're in the second floor showroom. What? How we gonna get them down? Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Just follow the leader, you better keep up. Ah, you a maniac, S.A.? Так, ну и мы тоже спрыгиваем. И поехали за Сезаром. Так, надо не оставать Сезара и ехать прям за ним. Это очень интересная миссия, она мне нравится. Так, сейчас здесь едем потихонечку. Блин, такой грузовик. Кстати, у этой машины есть азот, и это вроде две элегии. Так, то что едем. Сейчас надо доехать до гаража и вернуть тачки, поставить, то есть их, и все. Так, ну, конечно, Цезарь у нас какими-то тупыми путями едет. А, вот и копы. Ну, конечно, как же без копов-то? Две звезды нам дают, но это еще мало. Так... Ох ты, гад. Ну все, вот он. Давай пожаловать на нитро-ускоритель. Кстати, азот... Ой, нитро. Это у меня от эффектов. В описании вроде есть ссылочка на эффекты, или вроде там я их не давал. Но если что, я скину. Потому что эффекты очень крутые, мне самому очень нравятся. Вот рвет капец тачку. Конечно, здесь потихонечку надо ехать, чтобы куда-нибудь не врезаться или вообще не скинуться. Но едем, пока... Тачку, кстати, можно привести в любом разбитом состоянии, но никак не взорванном. Ну все, мы чуть покатались, так что поехали. Вот и копы у нас уже здесь. Этот кричит с дороги. Ох, ё-моё. Поехали. Блин, копы быстрее меня едут. Копы, давай, до свидания. О, как развернуло-то. Кстати, вот Сезар заскриптованный, он так едет, так по скрипту прям. Ничего не врезаясь. Всех машин объезжает. Так. Ах ты. А чё ж я там так сильно-то? Так, езжает за Сезара в переулок, но я еду. Так, ну сейчас, конечно, мы назад поедем. Назад, 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 назад. Ну нет, я знал. Так что поехали. Давай, Сезар, я тебя толкну. О, мой любимый, здесь трамплинчик есть. Да что ж ты. Вот самый трамплин. Ой, стой, тачка, тачка, точка, стой. Так, все, нам надо доехать в гараж. Копы от нас оторвались. То есть мы от копов оторвались. Так, давайте нитро вловим. Все, Цезарь приехал у нас.
У меня супер, конечно, тачка по сравнению с его. Так, ну что, вот такая вот была интересная миссия, типа гонок. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Пашок. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливы и пока.